Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами свежим боксом, называется NADS, где нам дают возможность абсолютно без вложений на просмотре сайтов, на просмотре видео зарабатывать денежку. Значит, по регистрации вводим имя, имейл, повторяем имейл, логин, два раза пароль, вводим капчу, ставим галочку, нажимаем зарегистрироваться. Не помню, приходило... А, на почту мне вроде ничего не приходило, ребятки. Такая вот реклама постоянно выпадает. Но ничего страшного. Реклама — это хлеб админа. Вводим капчу. Код по логину и паролю. Здесь не принципиально, большие буквы, маленькие. И попадаем в кабинет. Это наша домашняя страничка. На балансе у меня почти 3 цента. Наша статистика вся. Давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, это аккаунт. Здесь задание выполнять, если хотите. Здесь у нас сообщения от администратора. Если как бы, да, будут. Далее депозит. Нам не нужен, но я вам покажу, как бы, да. Здесь можно есть аккаунт баланс. Перфект и пэйр. И минимальный депозит здесь 50 центов. Далее. Когда я заходила в букс, я зашла на форум. Читаю информацию, смотрю все на стандарте. То есть без вложений работают. Думаю, странно, интересно. Пошла я апгрейд. Я же иногда работаю с апгрейдом. И здесь апгрейд, ребятки, от 10 долларов. Нехило, да? Вот я сюда вкладывать ничего не собираюсь. Чего и вам советую. Зарабатываем просто на серфинге. Как бы вот на стандарте, да? Аккаунт. Значит, апгрейд показала минимальный вывод. И на том спасибо. Здесь, ребятки, от 10 центов. И минималку набрать можно легко. Далее вкладочка баннер. Находится наша партнерская ссылочка. И баннер, если кому надо. Персональные настройки идут. Здесь мы, я всегда ставлю yes, прописываем или pair. Так, или perfect. Сюда вставляем пароль, который указывали при регистрации. Будьте внимательны, я pair укажу. И кликаем сохранить. Все. И проверяем обязательно. Так, кошелек прописан. Тут форум настройки, здесь рекламная панель. И здесь будут отображаться наши партнеры, которых мы пригласили в проект. Далее что у нас? Здесь история депозита, история вывода. Как бы пока выводить еще нечего. На чем мы здесь будем зарабатывать? Вот здесь вкладочка Earn Money, заработок, и на просмотре сайта. Значит, давайте я вам покажу. Смотрите, ребятки, здесь идет серфинг сайтов, да? Его, как бы, я не хочу сказать, что много, но и немало, достаточно. А здесь идет
короткие ссылки. Я не люблю короткие ссылки. Я сегодня одну просмотрела. Мне не понравилось. Кто любит короткие ссылки, просматривать вот здесь. Вкладочка, кликаете, вас перебрасывают на страничку и смотрите, как проходить короткие ссылки. Здесь все показывают. Так, далее вкладочку закрою. Давайте посмотрим одну рекламку. Кликаем. Все стандартно, как обычно, на всех буксах. Ждем. Загружается шкала. И выбираем перевертыш. Все, зачет. Каким вот образом мы просматриваем рекламку. Далее, что еще здесь у нас? Видео. Вот здесь, вот это, ребятки, это задание. Кто любит, можете выполнять. Сразу 4 цента. Далее. Заработок на просмотре видео. Здесь два видео. И за два видео нам начисляют. Мы получим цент один. Также. Так, и сетка, как обычно. Можно выиграть, а можно и не выиграть. Как видим, здесь выигрывают люди. 10 центов кто-то выиграл, да? Вот. Также это все. Кликайте на любую вкладочку. Загружается сайт. Он долго загружается у меня. И ждем, когда загрузится шкала. И я ничего не выиграла. Повезет, может, можно и выиграть. Так, что еще? Все. Здесь у нас клик свал. И такое-то все можно посмотреть. Я сюда не. Здесь я не зарабатываю, как бы. Я только на просмотре сайтов и видео. Это рекламная панель. Можно рекламить свои проекты. Я здесь, опять же таки, не даю рекламу в таких буксах. И обязательно смотрим форум. Всегда смотрим обязательно форум. Вот здесь подтверждение платежей. Вот. Первый вывод. Кликаем. И вот здесь люди делятся платежами. 10 центов. И все, видите, стандарт, стандарт. Вот я смотрю, как бы, и все, как бы, ну, никто не вкладывает. Ну, конечно, ребятки, это букс. Кто будет вкладывать 10 долларов в букс? Ну, ладно, там доллар, 2 доллара. Вот. Ну, и, в принципе, все. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите, ребятки, мимо. Значит, вот здесь также есть доказательства платежей. Почему я зашла? Женщина, под которую я регистрировалась, она уже проверила его на вывод. Она выводила отсюда. Вот. Логин моего пригласителя. Вот она выводила 10 центов. Вот, потому я и зашла. Думаю, почему бы и нет. Не так, конечно, это много, 10 центов, но тем не менее можно и поработать. Вот, всем удачи, больших заработков. Минималку наберу, проверю обязательно на вывод и запишу видео по выводу. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.